В Восточном Казахстане активно развивается молочное производство. Большой вклад в это дело вносят местные предприниматели. Бизнесмен из семьи Марат Каликов получил субсидии в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020», закупил племенное стадо крупного рогатого скота, оборудование и спецтехнику и открыл собственное дело. Благодаря государственной поддержке хозяйство выросло до промышленных масштабов. Асима Тешева продолжит тему. В семье 8-й год успешно функционирует молокоперерабатывающий завод мощностью 13 тонн молока в день. На предприятии выпускается 17 видов продукции, которые реализуются в семье и в Усть-Каменогорске. Отечественная продукция со знаком качества ориентирована на здоровое питание. Ну, у нас молоко натуральное все. Например, молоко 3 дня срок хранения. Без химикатов, без консервантов. Молоко принимаем через весы, потом происходит процеживание, происходит отдельная нормализация. Молоко подогреваем до нужной температуры и сепарируем. Чтобы расширить собственное дело, в 2015 году предприниматель Марат Каликов обратился к программе поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в обрабатывающей промышленности «Дамы ОНДРС», где он получил кредит на сумму 80 миллионов тенге под 6%. На эти средства хозяйству удалось закупить племенное стадо крупного рогатого скота, оборудование и спецтехнику. Благодаря фонду «Даму ОНДРС» я приобрел для своего хозяйства всю необходимую технику, современную доильную линию, которая намного облегчила работу. Теперь дояркам не надо, как раньше, носить тяжелые фляги и ведра. Современная доильная техника делает все сама и может за раз подоить 16 коров. Среди достоинств новой линии – беспрепятственное передвижение животных и оптимальное их расположение, удобство наблюдения со стороны персонала и легкий доступ к вымени. Разводят скот в селе Стеклянка. Всего в хозяйстве насчитывается более 600 дойных коров. В планах у бизнесмена увеличить поголовье племенного животноводства еще на 150 голов. Сегодня в хозяйстве постоянной работой охвачено 157 человек. Асим Утешев, Медет Умерханов, Восточно-Казахстанская область, Хабар, 24.